تا ساعت 12 در خانه ها حضور رژیم صهیونیستی به دنبال این هست که رو عادی سازی کنه روابط رو بین کشورهای اسلامی و خودش. ما باید اجازه ندیم، تلاش کنیم، همه امتهای اسلامی باید تلاش کنند. اینقدر هزینه این کار رو باید بالا ببریم که کسی جرأت چنین کاری رو نداشته باشه. اونها میخوان با این حرکت‌های اجتماعی، با این جنگ اقتصادی، با این جنگ ترکیبی در فضای رسانه‌ای این باورها رو و این اتحاد رو و این قوی بودن مردم رو از بین ببرن. Переводчики помогут меня не только слушать. Россия занимает однозначную позицию, что Израиль должен уйти с оккупированных территорий, что Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестины. И для нас сотрудничество Ирана и Российской Федерации в борьбе против террористических группировок, созданных Соединенными Штатами Америки на территории Ирака и Сирии, это очень важный принципиальный вопрос. Генерал Касем Сулеймани является символом и побед, и трагедий. Злодейское убийство генерала Сулеймани показало всему миру, что однополярный мировой порядок во главе с Соединенными Штатами Америки – это террористический мировой порядок. Соединенные Штаты Америки идут на любые злодеяния, если это им выгодно. Они забыли о нравственности, они забыли о международном праве. В то время, как сегодня, вопросы нравственности, религиозных традиций выходят все больше на передний план. То мы видим, что на Украине Россия борется не с политическим режимом Киева и даже не с Соединенными Штатами Америки. Россия олицетворяет своими действиями борьбу традиционных народов, которые пытаются сберечь семейные ценности, сберечь божественное начало человеческой души, сберечь те отношения, которые делают человека человеком, против бездуховного Запада. Ведь Запад – это не та Европа, к которой мы привыкли. Европа уникальной мировой культуры уже умерла. اساتید مسئولین محترم بزرگوارانی که در این نمایش